Когда на улице дубарь, а это верно ведь январь, ты лучше дома посиди, чаек попей, смотри в окошко, голодных птичек покорми и о былом чуть погрусти. А там весна, и все растает, и лето жаркое придет, свои проблемы принесет. Уж коли январь такой случился, в июле сморит всех жара. Купаться будем до утра и тело покрывать загаром. Потом дожди, ты их немножко подожди, и снова холода полюбишь, в оконце на мороз глядя, чаек душистый разливая, о жизни бренной рассуждая, что хорошо и в жар, и в холод, здоровье крепкое иметь, а остальное просто медь. Ее не стоит и иметь, свое здоровье тратя даром, так будем жить и процветать, и строки о любви писать, и посылать их прямо в сердце, готовое сие принять и от восторга засиять. 28 января, день Павла. Речь идет о преподобном отце Павле Фивейском. Он поселился раньше всех в египетской пустыне и вел очень праведную жизнь. Его нашел преподобный Антоний, который пожелал узнать, есть ли подвижники лучше его самого. На что в видении услышал голос, который сказал: «Антоний, есть один раб Божий, который пришел сюда прежде тебя и который совершеннее, чем ты». Это был Павел, который юношей бежал от гонений на христиан в пустыню и прожил там 113 лет. В народе сегодня говорили: Павел взмок, день приволок. Петр и Павел, день прибавил. Да, день стал заметно длиннее, а ночи короче. Сегодня крестьяне молились о богатом урожае льна. Выращивание льна в те времена было очень сложным занятием. Выращивали его исключительно мужчины, так как он требовал сложной обработки. Его молотили, чистили, вымачивали, мяли, щипали, трепали, чесали и только после этого делали ткань. Поэтому хороший урожай льна был большой удачей и радостью. В этот день было особое отношение к тонкоматериальному миру. Считалось, что сегодня можно легко навести порчу. Поэтому люди сегодня носили при себе обереги и не ходили в гости. А вот людям, обладающим колдовским даром, сегодня надо было найти человека, которому можно было бы его передать. Чтобы задобрить домового, за обедом его нужно обязательно похвалить, поставить для него на видного места рюмку вина или водки. Приметы. Если в этот день дует сильный ветер, лето будет дождливым. На небе сегодня много звезд, к хорошему урожаю льна. Сильные снегопад днем, значит ночью ударят морозы. Венчание и свадьба в этот день к семейному счастью. Вороны спрятались, скоро ударит мороз. Если слышен щебет снегирей, это к перемене погоды. Если узоры от мороза сегодня идут по направлению вниз, год будет урожайным. Я вижу, что здесь у нас все такого желтого, оранжевого цвета. Сам по себе цвет имеет огромное влияние на наше здоровье. Можно немножечко и о цвете рассказать. Кстати, вот этот же цвет, который у нас тут имеется, и сама куркума, она согревает кровь и улучшает кровообразование, что немаловажно. Также является хорошим средством для улучшения пищеварения, о чем я уже сказал. Вот. И можно еще сказать, что если вы переели, будем говорить, ну, там какой-нибудь пищи, особенно жирной, она будет способствовать тому, что ее быстренько переварит. И что-то еще, Гена, вы говорили насчет сладкой пищи, что не так будет тянуть к сладкой пище, сладкоежек. Да, это абсолютно правильно сказано, потому что сладкоежки, к сожалению, для родителей, детишкам маленьким говорят: кушайте конфетки, детишки, да. В дальнейшем мы знаем, что у детишек проблемы с зубами, это как минимум, да? Вот, в нашем случае, то есть уже вот таким образом выглядит. Немножко красиво. Сейчас, Сыр немножко сейчас он остынет, то есть температура должна упасть ниже 40 градусов. Мы знаем, что мед нельзя использовать, если температура больше 40. То есть он свои целебные свойства теряет. Хорошо. Мед. Ну давайте парочку кусочков сделаем с медом. Мы сделаем два сладеньких или три. Лучше два. Хорошо. Потому что все-таки, когда сладенько добавляем к белковому, ну, будем говорить, она, конечно, вкусно будет, но вот с позиции сочетания пищи белкового и сладкого тут не совсем все будет благоприятно. Это уже, если сильный такой желудочно-кишечный тракт, то... Итак, то есть, маэстро, приступим. Хорошо, я беру куркуму, вернее, наш этот бутербродик без меда. Так, а я кстати, без меда. Да. С медом. Ну, давайте пробуем. Пока я еще немножечко скажу, вы пробуйте, что с позиции аюрведы, куркума – это продукт огненной природы, то, что она делает? Она способствует тому, что токсины, которые имеются в нашем организме, начинают сгорать. За счет этого она очищает тело от токсинов. Причем токсины, которые возникают от слизи, образующей пищи, она их раз и сжигает. Меньше будете болеть насморком. Вот. Значит, она согревает еще кровь. Вот у многих еще мерзнут. Кстати, мерзнешь, не мерзнешь? Вот. А, почему еще Геннадий любит куркуму? Вот я ее беру руку, а ручка немножечко прохладненькая. И когда мы с вами едим куркуму, тем самым увеличивая теплотворные способности организма, у нас мы вытесняем холод из организма, и кровь становится намного горячее. Это уже большой плюс. И, кстати, в институте можешь сказать, спортсмены, которые занимаются, чтобы у них не было различных там травм, они могут использовать куркуму для того, чтобы связки становились более эластичными. Поэтому и раза два, как ты говоришь, чаек, вот такой бутербродик, кстати, я попробую.